Губернатор Городиня провел с правительством Тверской области совещание о реализации инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе Тверской области. В частности, обсуждались планы по созданию в регионе новых молочных ферм. На совещании рассмотрели инвестиционный проект компании «Румелка Агро», который планируется реализовать в Кашинском городском округе. Он предполагает создание 3 молочно-товарных ферм на более чем 10 тысяч голов крупного рогатого скота. Планируемый объем вложений в 2020-2022 годы до 18 миллиардов рублей. Заявленная мощность производства 240-300 тонн в сутки. В рамках реализации проекта будет создано порядка 700 новых рабочих мест. В перспективе инвестор планирует строительство молокоперерабатывающего завода на территории региона.